Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. 1 октября овнов могут больно ранить чужое невнимание или бестактность, поэтому постарайтесь не пересекаться с людьми, которые вас недостаточно ценят. Тельцам звезды дают совет – не принимайте близко к сердцу комплименты от окружающих. Скорее всего, ничего серьезного за этим не стоит. У близнецов день отмечен положительной динамикой. Вы наконец-то сможете развеять сомнения и разобраться со всеми вопросами. Раки – эта активная трудовая неделя подходит к концу. В избежание переутомления свободное время посвятите только отдыху. Львы, будьте скромнее в своих запросах, и успех не заставит себя долго ждать. Синица в данном случае лучше журавля. У дев возможны резкие перемены в настроении. Постарайтесь сделать так, чтобы это не доставило хлопот окружающим. Весы, вероятно, вам предстоит сделать выбор, который внесет положительные моменты как в ваши планы, так и во всю жизнь. Скорпионам, видимо, придется изрядно побегать от проблем, которые так и норовят испортить им эту пятницу. Стрельцы рискуют оказаться во власти беспричинных переживаний. Вас пугает буквально все – и перемены, и неудачи. Но не забывайте, что у страха глаза велики. Козероги, не стройте личную жизнь на самопожертвовании. Звезды говорят, что вам давно пора поменять тактику в любовных отношениях. Водолеи, больше активности в рабочих делах. Вовремя завершив проект, вы получите неплохую прибыль. Рыбам в этот день не стоит особо прислушиваться к назиданиям окружающих. Помните, не все разумны, кто учит разуму. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.